Ты кто нахрен такой вообще? Да не стреляй ты в бедного эндермена! Бедный эндермен! У него были проблемы! У него были проблемы со спиной! Ты не видел! Ты не видел то, что у него горб на спине был! И ты его посмел убить! Ты его посмел убить, горбатого эндермена! Эндермен! Мы его сейчас еще раз заспарим! Мы его еще... Иди ты в сраку, а! Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем рассматривать новую команду, точнее новые лаки-блоки в ванильном Майнкрафте на версии 1.9. Поэтому, ребята, перед этим потратьте на меня 2 секунды, чтобы просто выслушать, ну 2 секунды образно. Я буду рад каждому вашему лайку, вы просто себе не представляете, как лайки для меня важны, в том смысле, то, что каждый лайк это большая для меня мотивация. И с каждым лайком я хочу записывать новое видео, как можно быстрее, как можно больше. Я даю вам свое слово. Набираем 1500 лайков. Даже если это будет через 2 часа, сразу выйдет новая серия. Я просто-напросто всех вас расцелую, пожму руку, потому что я знаю то, что вы нереально крутые молодцы. И я вас, ребята, всех сильно люблю. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И знаете что? И больше мы тянуть не будем, потому что мы будем приступать к самой серии. Ну что, ребята, мы будем начинать. Вот честно, знаете что, давайте мы в последний раз. Все, что я хочу вам сказать, ребята, я вас понял, и с этого момента я буду делать приветствия в начале 20, 25, максимум 30 секунд. Я вас, ребята, понял, и я буду просто стараться делать приветствия как можно короче. Просто-напросто, я в каждой серии хочу вам объяснить то, что каждый лайк для меня важен, потому что это ничего. То есть, кто пишет то, что лайки, ребята, никому не верьте. Лайки не дают тебе ничего, за лайки не платят. Лайки это большая мотивация. С каждым лайком ты просто-напросто хочешь записывать видео еще можно, как можно быстрее, как можно больше. Поэтому это все, что, ребята, я прошу, потому что лайк это действительно большая мотивация, чтобы записать новое видео. И это, ребята, я вам говорю, это последний раз, когда было такое длинное приветствие, я вас, ребята, понял. Но сейчас мы больше тянуть не будем. И знаете что, ребята? Знаете что? Мы будем выдавать себе командный блок. Хоть я уже и выдал себе, но, ребята, он выдается с помощью такой команды. Бегите за мамиными телефонами, фоткайте. Но больше я вас всех прошу меня не троллить. Не троллить, потому что я знаю, многие любят спрашивать: Эдисон, как выдать себе командный блок? Эдисон, как выдать командный блок? Не спрашивайте меня, как выдать командный блок, потому что если еще раз кто-то спросит, я его найду. И лучше вам не знать, что я с ним сделаю. Но, ребята, запомните, как же выдается командный блок. Мы его пишем. Точнее, в него вписываем вот эту команду. И знаете что, ребята? Команда уже нафиг стоит в описании. Потому что я не делаю так, как остальные ютуберы. Например, набираем там 150 тысяч лайков, и выходит команда в описании. Нет, команда в описании с самого старта. Заходите и копируйте, она есть в описании. Нажимаем тут всегда активный, для того, чтобы не нужно было активировать вот этот командный блок чем-то. Нажимаем хорошо и ждем, пока команда полностью установится в наш ванильный мир Майнкрафта на версии 1.9. Запомните, ребята, на других версиях у вас это не будет работать, только на версии 1.9. Да, ребята, и в принципе вся команда была установлена. То есть у нас в ванильном Майнкрафте сейчас появятся новые нереальные лаки-блоки. И посмотрим, что же они нам приготовят, какие сюрпризы, не знаю, хорошие или плохие. Ну, у меня для вас еще будет новая масло масляное, новая новость у меня для вас будет. Но перед этим, ребята, прописываем вот эту магическую команду возле нашей вот этой махины, состоящей из командных блоков. Потому что если вы пропишете set world spawn, это будет означать то, что у вас больше никогда в жизни не будет лагать Майнкрафт. И также эта команда будет работать в любой точке мира, куда бы вы только не пошли. И сейчас, ребята, мы будем крафтить наши новые лаки-блоки с новыми сюрпризами. Что нам нужно? Нам нужно сделать огонь. Огонь делается просто, нужно создать вечный огонь, ну или обычный, как, ребята, хотите. И давайте поставим мы его где-то вот тут на полянке, для того, чтобы просто-напросто не вызывать пожар где-то, и чтобы он вечно горел. Вот, кидаем так, делаем, точнее, вот так. И как нам скрафтить лаки-блок? Мы берем, ребята, просто обычные, бесполезные кусочки золота, потому что золото вряд ли вы где-то будете использовать в версии 1.9, да и вообще в Майнкрафте, потому что это вам просто-напросто не нужно. И верните нам, пожалуйста, наши... Где? Воу! Ребята, нас, походу, разводят. У нас забирают лаки-блоки. Воу-воу-воу, верните нам наши лаки-блоки. Вот. А почему только...
Ха, а вот это странно. Я не знаю, почему нам только один лаки блок дает. Может, у меня Майнкрафт лагает? А хрен его знает, ребята. Хрен его знает, почему. А может... Нет, это, знаете, все же, ребята. Это, наверное, просто очень маленький шанс получить лаки блок. То есть не с каждого золотого слитка вы получаете лаки блок. А все же маленький шанс, дабы просто-напросто, знаете, вот пошли вы в шахту, добыли 10 золота за 30 секунд. 10 золота добыли, обменяли на 10 лаки-блоков. Заспавнили лаки-блоки, возможно, конечно, то, что не с каждого лаки-блока вам что-то крутое попадется. Но, возможно, там попадется 3 раза подряд алмазы. И вы 3 секунды, за которые вы добыли 3 золота, обменяете на 20 алмазов. Это тоже не очень будет честно. Поэтому, ребята, вот такая система добычи лаки-блоков. И знаете что, ребята, мы будем это все проходить в обычном выживании. Я надеюсь, то, что это у нас получится. Давайте мы зачарим, ребята. Enchant, если я помню, как это все происходит. Enchant Minecraft Efficiency. Давайте на 5 зачарим, чтобы это все у нас быстренько делалось. И да, ребята, это нам хватит. Знаете что, давайте мы возьмем себе кучу лаки-блоков. И сейчас, ребята, мы будем тестировать лаки-блоки. И знаете что, ребята? У меня для вас отличная новость. Перед тем, как начать, знаете что? В эту субботу у меня будет первый стрим на Твиче. Да, потому что я хочу проверить, будет ли все хорошо. И я вас всех приглашаю, ребята. Запомните, Твич будет в 1 час, то есть... обеда по Москве. Я не знаю, сколько это по Украине, но я не знаю, ребята, вот в России еще вроде не переводятся часы, да? То есть в Украине и в России по Москве сейчас вроде одинаковое время. Я не знаю, ребята, честно. Все же в час обеда по Москве у меня будет стрим на Твиче. Ссылочка на Твич уже есть в описании. Также сообщу ВКонтакте, конечно же, на моей странице. И также в группе. И мы, знаете что, ребята? Мы будем, во-первых, играть на моем сервере. Там будут, в скором времени будут добавлены мини-игры, я надеюсь. И мы будем с вами там всегда играть на моем сервере. И также, знаете что, ребята? Мы будем с вами играть в КС-ку. Вместе с вами в КС-ку. Да, ребята. И мы закончим сезон Пиксельмона. Да, ребята, мы закончим сезон Пиксельмона в эту субботу прямо на стриме. Поэтому, ребята, приходите, я всех вас буду ждать. Это новость, я с вами хотел поделиться. Ну, сейчас, ребята, мы будем призывать первый лаки-блок. Не знаю, что это был за голос, но все же, ребята, давайте. Первый лаки-блок. Мы его призываем, а сейчас нам его нужно сломать. И... Не самое хорошее начало призыва лаки-блоков, потому что с первого же лаки-блока у нас вылез визер. Визер, да, подрюкай столб, да, подрюкай, пожалуйста, вот там постой и подрюкай его дальше, а мы убежим подальше. Просто, чтобы не видеть этого визера больше. Все, пока. Первый лаки-блок успешно установлен. Спавним второй лаки-блок. Зашибись, а я даже не включил, чтобы у меня инвентарь сохранялся. Зашибись просто. Вещички вы где? А нет, ребята, сейчас, в принципе, все нормально работает. Просто вам нужно подойти прям вплотную до этого огня, чтобы вам выдавались лаки-блоки. И, в принципе, все нормально работает, значит... В какой-то степени, ребята, все норм, и они выдаются практически каждый раз. Давайте мы еще раз возьмем вот это и пойдем дальше. Сейчас, ребята, я уже включил подбор инструментов, чтобы просто у нас не выпадали вещи. Давайте посмотрим на вот эту конченую яму, которая тут попалась. Ах, нехорошая яма. И как я знаю, у нас может быть до 44 событий с помощью этих лаки-блоков. То есть мы можем получить 44 различных событий в Майнкрафте. Каких-то счастливых, каких-то не очень. Ребята, вы, конечно, там развлекайтесь. Я постою в сторонке. Я ваши там голубиные игры не буду влезать. Друг на друге сидят, а? Я не буду влезать в этом, развлекайтесь. Я не знаю, сколько вас там. 2, 3, нахрен. Нихрена себе групповуха. Вызываем... Что такие нехорошие призывы лаки-блоков? То визер, то лава, то групповушка скелетов, то сквид, летающий с ТНТ на башкой. Не очень хорошие лаки-блоки. Ху, пожалуйста, что-то нормальное. Open. Что-то у меня есть такое ощущение, то что... Не хочу я вот это открывать. Ну не хочу. Потому что сундук, который называется «Открой меня», мне кажется, что-то хорошее нам не даст. Но все же мы попробуем. Ни хрена себе, ребята! Да,
Не хорошенький сундук. Миллион криперов просто-напросто с этого сундука вылетело, и все. Пускай, сойдет, да. И, ребята, новый. Что это за хрень? Словно... То есть нас кинуло в паралич, мы даже не могли двигаться, и просто-напросто на нас сверху падала наковальня. Мне кажется, или это какие-то несчастные нахрен лаки-блоки? Даже не то, что лаки-блоки, а несчастные блоки, а не то, что лаки. Да. Нехорошо, давайте еще раз попробуем, может будет что-то другое. Песик! Привет! Ну, это хотя бы что-то миленькое, да, то есть просто песик заспавился, это уже хорошо. Хорошо то, что он не бешеный и не начал нас просто убивать и загрызать. Так, о, пошло что-то нормальное, 3 эндерперла. Сойдет, почему бы и нет. Ни хрена себе. Это я с помощью лаки-блока призвал дождь, или это такое совпадение, то что как только я сломал лаки-блок, у нас начал падать дождь. Но это, ребята, новый предмет, это как эндерперл, вы телепортируетесь только в случайном направлении. С вами, ребята, еще один лаки-блок. Ни хрена себе! Ребята, а вы просто прикиньте, если создать такие ловушки. Если построить дом. А, нет, это не вечно, я думал, что это будет вечно. Прикиньте, ребята, если бы можно было окружить свой дом вот такой хренью. Как бы это круто было, просто никто бы туда не смог забраться. О, The Lie. Пирог называется «Это ложь». Я не знаю, вот сундучок с назвою «Открой меня» не произвел на нас... Не, все же произвел на нас большое впечатление, но не произвел хорошее впечатление. Поэтому пирожок, или это тортик, который называется «Ложь». Но вроде ничего, вроде метеориты на нас не падают, поэтому вроде нормальный тортик. А может он отравленный нафиг? Не знаю, ребята. Спавним следующий лаки... Блок! Все же смогли убежать. Смогли. Поэтому идите вы в сраку. Идите вы в сраку. Ну, прикольная пасточка. Опа-на! Здрасте, мордасти. Все же лаки-блоки, это лаки-блоки. И все же два алмаза нам выпало. Хоть бы это как бы мало не было. И мы уже за это время успели бы раза 10 умереть. Но все же алмазики все же выпали. Хм, да. Крутая штука, она даже называется «Я бесполезная вещь». Спасибо тебе большое, ты нам очень помогла. Я ее поставлю в рамку и буду хранить до конца жизни. Ой, случайно уронил. Прости, я нарушил свое обещание. Но все же иди ты в сраку. Спавним. Ты поздороваться хочешь? Нет? Ну ладно. Ладно, вот это... Дручишка или друнишка. Ну, в смысле, нет, не др... Ну, вы поняли, что я хотел сказать. То есть, любит драться, да. Не очень хороший лаки-блок, но все же, ребята, мы спавним следующий. Ты еще до сих пор там? Так, давай... А, нет, мы уходим. Прости, я не хотел. Будь там, мы не нарушим твое пространство. Ты кто нахрен такой вообще? Да не стреляй ты в бедного эндермена! Бедный эндермен! У него были проблемы со спиной, ты не видел то, что у него горб на спине был, и ты его посмел убить, горбатого эндермена. Эндермен! Мы его сейчас еще раз заспавним. Мы его еще... Иди ты в сраку, а? Иди вон, или я сейчас тебя убью. Все. Убежали? Бедный эндермен. Да, ребята, нам нужно его еще раз заспавнить. Так, и он просто-напросто хотел быть нашим другом. Вы видели то, что он хотел с нами подружиться? Ребята, вы видели? А кучный визирь его убил. Эндермен, вернись.
Это точно лаки-блоки? Или что это за хренотень? Мы сможем обмануть? Нет. Нет, не сможем. Мы не сможем обмануть. Нет! Куда я упал вообще? Я даже с мира выпал, а не... Слушай, ты гнида нахрен трехголовая! Иди ты уже в сраку, не знаю, какую-то дальнюю! Ах, вот стой там на месте и просто-напросто даже не двигайся, я тебя прошу. Так, что это будет? Еще раз, давайте другой лаки-блок. Что это будет? Ух ты ж, ни хрена себе! Броня на конячку, самая полезная. Давайте лучше отойдем вот этой махины, а то сейчас еще ненарочно ее сломаем, и нужно будет заново переустановлять. Опа. А что это такое? А что это такое? А может она хочет обнимашек, а? Не похоже на то, что она хочет обнимашек, поэтому спавним следующий. Это что за хр... Что это такое? Аномалия нахрен. Мы в Чернобыле? Это ты Чернобыль? Вроде да. Потому что что это такое? Ребята, мне промолчать или просто выдвинуть какую-то свою версию? Если честно, у меня даже никакой версии нет. Что это было, а? Ребята, пишите свои версии, что это такое. Это все монстры в одном блоке летающим были. Ладно. Иди в жопу. Иди в сраку, мутант! Спавним еще что-то. Да? О, с лаки-блока геймот выпал. О, с лаки-блока геймот отобрался. Спасибо, лаки-блоки. Спавним еще. Опа! Не очень хорошо. Не очень хорошо. Сможем ли мы сломать вот этот бедрок? Да, сможем сломать бедрок. Сможем сломать вот этот обсидиан до того, как мы просто-напросто задохнемся. Давай! Кирка! Вот, если бы у нас кирка не была зачарена на эффективность 5, то вряд ли бы я смог это сделать. Спасибо. 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 Спасибо то, что воздух нас подкинул. Спасибо. 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 А сейчас падай. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мутант, нахрен. Ты кто такой вообще? Ай, ух ты ж нахрен. Давайте лучше не будем удивляться. Так. Помогите! Что это за хрень? Спасите меня, пожалуйста. Кто-то спасите меня! Спасите, пожалуйста, пожалуйста, да, спасите. А, привет, да, привет, спасите, пожалуйста, я тут, да. Найдите меня, спасите, пожалуйста. Все. Ты успокоился? Охренеть просто. Что это было? Я не представляю. Ладно, допустим, это так... Да... О! Еще алмазики, замечательно. Ух ты ж, новая фишка! Что это такое? Снайпер гир. То есть нам дали лук и 16 стрел. Просто-напросто замечательно. Неприветная штукенция, поэтому, ребята, я хочу... Ребята, вы хотите, чтобы мы вернули нашего бедного эндермена? Он был дружелюбный. Он не хотел нас трогать. Твою мать. Ну, конченый визер его убил. Ребята, я хочу нашего эндермена опять найти. О, ТНТ-зажигалочка. Это полезно. А зачем она нужна? Зачем нужна ТНТ-зажигалочка? Зачем? А нам нужно его подогреть, да? Подогреть? А, нет? Нет, не подогреть. Ну, чтобы повкуснее было, да? Чтобы он был... Вот это уже что-то приятное. Это уже что-то приятное. Нет, не лаки-блок, а алмазный блок на вершине. На вершине вот этой, я не знаю, что это такое, пирамиды. Это даже... Вернись, вот ты где. Это даже очень приятно нафиг. Замечательно просто. Эндермен. Ух ты ж! Доктор Троярус, или как он называется. Вы знаете, кто это такой, ребята? Это...
доктор, который участвует в сериях одного английского стримера. Кто знает, кого это доктор, кто знает, о ком я говорю, напишите его имя в комментарии, потому что я знаю, кто это такой, и это его доктор. Да, носатый троярус. Лучше держаться от него подальше, потому что вот этого доктора только неприятности. Давайте мы даже с ним связываться не будем. Да, уходи к Дэну, не буду подсказывать. Кто знает, чей это доктор, то пишите, ребята, в комментарии. Нет, пирог нам не нужен. Нет, эндерперлы нам не нужны. Нет, пирог нам не нужен. О, ну, хоть у нас есть получше, но все же. Ном-ном-ном, вкуснейшая еда, нахрен, жрал бы. Нет, не жрал бы, но все же, ребята, так. Это что, это я типа день включил или что-то на нас упало? Не знаю, допустим, дальше. Опа, нифига себе. Так, где шлем? Лаки-шлем. Лаки, шлем! Смотрите, на что он зачарен, на все, что только возможно, нафиг. Это крутой даже. О, нам с Лаки блока геймод дался. О, геймод опять пропал, замечательно. Опыт, круто, нам это еще... Круто, пока! Нам это еще не попадалось. О, валим отсюда. Убей его, убей его. Ну да, пускай будет вот так. Так, эндерперл, идите в сраку. Ночь включилась, то есть день-ночь включается. Привет, дружелюбная штука. О, еще один вот этот. Нам бы лаки меч какой-то. Не очень приятная штукенция. Лаки меч, дайте нам лаки меч или... Или еще раз нашего эндермена. Сломай вот этот блок, сломай вот этот блок, потому что... Во, замечательно. Сейчас я как-то намного быстрее его сломал. И что? И что? Ничего не выпало, просто обычный... О! Эндермен, спасибо, ты вернулся. Эндермен, дружелюбный. Эндермен, как он называется? The Hunchback of Notre Dame. Это, то есть, горбатый эндермен. Как видите, он просто... Давайте мы отойдем. Он стесняется. Он стесняется. Сейчас мы вернемся, чтобы он на нас посмотрел. Эндермен. Эндермен. Эндермен, проснись. Эндермен. Ты... Во, проснулся. Горбатый. Горбатый. Горбатый эндермен. Ну, видите, он такой дружелюбный, я даже селфи с ним сделаю. Эндермен, пожалуйста, вот, привет. Вот. Эндермен. Вот дружелюбный эндермен. Я не знаю, почему тебя Визер убил? Да, отомстим ему. Отомстим Визеру, а? Или все, ну ладно. Побудет, о, давай мы с тобой лаки-блоки пооткрываем. Давай, давай, давай. Что будет в этом? Нет! Прикольно, прикольно. Прикольно, реально. Вот сейчас мы... Два визера. Валим отсюда. Давайте еще третьего, пожалуйста. Эндермен, отомстим паскуде. Давай, отомстим паскуде. Паскуда. Иди, сейчас мы тебе напинаем. Иди сюда. Где ты, зараза? Мирных животных убивает. Он мирных животных убивает. Это пишет самый тяжелый босс во вселенной, потому что он регенит даже свои жизни. Он телепортнулся, или мы его убили? А, похрен, убили, телепортнулся или нет. Ребята, тут, в принципе, это еще не все. Что я хотел сказать? Это еще не все. Эти лаки-блоки имеют еще кучу других всяких эффектов. То есть... твою мать, нам опять с лаки-блока гейммод дался. А, ребята, это еще не все, но как видите, в одной серии у меня вряд ли получится что-то сделать, а точнее, твою мать, да иди ты уже в сраку, а, в сраку, вот так, я хочу просто-напросто все вам лаки-блоки показать, если у меня получится. Вот это мы уже видели, вот это мы еще не видели, сраку нам, конечно, свою не показывай, но прикольно. Да, ой, куда я забежал? Летающий зомби, который на чем-то сидит. Вот реально, с этими лаки-блоками просто-напросто хаос можно устроить. О, опять доктор. Крафт, опять доктор. Опять зомби. Опять доктор. Эндерперлы. Опять зомби. Доковальня. Доковальня упала. Валим отсюда. Валим, дайте валим отсюда.
Офигеть! Ну, в принципе, ребята, как видите, нереально все показать за одну серию, потому что тут очень много других различных всяких эффектов. То есть, вы можете получить лаки меч, который дает вам это золотой меч, но с такими эффектами, то что прям можно сойти с ума. Вы можете получить другие любые предметы, но на это понадобится время, потому что, как видите, в одной серии, дайте я выкашлюсь нахрен, а то сейчас свои легкие выкашлю. Все, извиняюсь, ребята. А как видите, в одной серии мы, в принципе, показали много чего. Я реально надеюсь, что вам понравилась эта серия. Ребята, я еще раз вам напомню, каждый ваш лайк для меня очень важен. Вы думаете то, что если вы не поставите лайк, это погода не сделает, но это сделает, потому что каждый лайк для меня важен, и с каждым новым лайком у меня руки тянутся все больше записывать новых видео для вас, для моих любимых подписчиков, ребята. Поэтому не поленитесь, поставьте один лайк, это всего лишь одна секунда. Я даю слово, как только мы с вами наберем 1500 лайков, даже если это будет через час, вот прямо сейчас даже, сразу же выйдет новое видео, и я просто-напросто всем вам пожму руку, потому что я знаю то, что вы все большущие молодцы, и буду рад также, если подпишитесь на мой канал и вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Это для меня также важно. Ребята, приходите на мой стрим, который будет в субботу в час дня на Твиче. Ссылочка есть в описании. Я также сообщу потом ВКонтакте и также в группе ВКонтакте. Приходите, ребята, я действительно буду очень сильно этому рад увидеть вас на первом моем стриме. Мы с вами пообщаемся, вы можете будете там задавать любые вопросы, я буду на них отвечать. Также, может, даже с вами поиграем. Ребята, вы большие молодцы, если досмотрели это видео до конца. Я буду рад, если вы придете на просмотр нового видео, которое выходит каждый день. Всегда приходите, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Прям стихотворение какое-то.